Милостивый человека любит Бог еси, и тебе Бога о нас. Отцу и Сыну и Святому Духу. Христе, братья наши, Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господь Отец, у нас такая радость, большая семья российская, православная, и Матерь Божия, наша Царица Небесная, Дева Богородица. Мы празднуем память ее дивной иконы Казанской, которая одна из самых почитаемых на Руси. Заходите, не стесняйтесь, общайтесь, а через час небольшим начнется праздничный концерт, и казаки песни петь под гармошку. Одним словом, сегодня вечером помолимся и чайку попьем, хорошо?